В связи с терактами, которые унесли жизни десятков людей, свои соболезнования жителям Волгоградской области и губернатору Сергею Баженову направила Светлана Орлова. Трагедии привели к гибели и травмам многих невинных людей. Нет никаких оправданий этим варварским и бесчеловечным атакам. Желаю стойкости и мужества всем вам, родным и близким погибших, и скорейшего выздоровления раненым, говорится в частности в телеграме. А во Владимирской мэрии сегодня утром прошло внеочередное заседание антитеррористической комиссии. Городские службы перешли на режим повышенной готовности. Впереди праздники, и необходимо обеспечить безопасность в местах скопления людей, на вокзалах, в транспорте, в магазинах и на городских площадях. Также в городе будет организована круглосуточная горячая линия для приема сообщений о подозрительных предметах или брошенных надолго машинах. Звонить можно по телефонам, которые вы видите на своих экранах. Можно обращаться и в полицию. Кстати, сегодня на площади Ленина уже работали правоохранители. Прохожие вызвали их, увидев подозрительную сумку. Но вскоре оцепление было снято. Как выяснилось, в сумке был мусор.